Толя, давай-ка за гараж. А? Сколько мы с тобой его строим уже? Если б не пили, давно бы уж построили. А, хорошо. Ах, Толян, Толян, сколько мы с тобой уже, а, вместе? Досчитай. Детский садик, школа, ПТУ, армия. Завод, одна бригада. 40 лет уж. Да. Слушай, что ты один-то все? Один, да один, а? Ты уж сколько лет? 15 уже развелся, а? Сын у тебя растет, красавец какой. Мужик уже практически. А ты один все, а? Да я вот как раз пришел сказать. Все. Женюсь я. Да ладно! Да. Так это надо быть! Подожди, Борисович, не пей пока, не пей. Ты агрессивный становишься, не надо, не надо. Толя, Калич, кто? Да, ну ты знаешь. А? Знаешь, да. Знаешь, ну знаешь. Подавщица? Да ну нет, ну а что? Просто так с ней, да? Ну. Ха-ха, класс! А кто тогда? Ну, у нее родители тоже у нас на заводе, как бы. Дворничиха, тетя да, Валя? Да ну нет, ну что ты, я не знаю. Боже, а кто же? Да ну... Привет! Ох, Юлька, привет, дочь, привет! Юлька, ты представляешь, дядь Толя-то, ха-ха, женится, вот молодец! Молодец, Толя! Ой. Молодец, рассказал! А то я думаю, как папе рассказывать-то будем? Юль, что ты это, уже взрослая, что ты все у дяди Толи на коленках? Да слазь, слазь давай. Да. Пускай сидит как бы. Че? Че случилось-то? Да не. Да. Не. Да. Я на твоей Юльке вот и женюсь. Ну-ка, Юля, сдрисни. Сейчас я с дядей Толей поговорю. Я тебе говорил, тебе пить нельзя, ты агрессивный становишься, чё? Пап, Толя хороший, он тебе гараж поможет строить. Он и так помогает мне строить гараж. А я говорю, без денег как бы по-родственному, чё ты? Ну ты, Толя, жук. Ну ты жук. Тебе сколько лет? Полтинник уже? Какой полтинник? 45 всего лишь, чё ты? А ей сколько? 20. 18! Ой! Пап! Ай! Пап, что с тобой? Ты поясницу прихватил. Ну-ка, сядь, сядь, ну-ка, сядь, сядь, а? Сядь, папа. Юля, принеси пояс из собачьей шерсти. У нас нет его. Неси ножницы, будем кобеля стричь. Ага. Ну-ка, сядь-то. Сядь-ка, поговорим по-мужски. Анатолий. Ты что, Толя, это серьезно это или что ты это? Может, это передумаешь, а? А я тебе гараж подарю. Будем вместе его достраивать, только я уже буду тебе помогать. Нет, Андрюха, я Юльку твою люблю. Так, это... Во-первых. Поправимо. А во-вторых, гараж так и так мой будет. Ну ты жучара, ты ж голодьба, кое-как концы с концами сводишь, а? Как ты семью будешь содержать? Вас же теперь двое. Вообще-то трое уже. Кто? Ой, сердце. Ох. Пап, вот пояс из собачьей шерсти. Выбрось, неси корвалол. Ага. Ох, Толя, что ж ты наделала, а? Мы с тобой вместе ее из роддома забирали. Ну, сейчас вместе обратно в роддом поведем, че? Ну, Толя, а, друг мой любимый, задал ты мне задачку, а? Да че ты? Я всем ее обеспечу, я все ей дам, че? Чем ты, слесарь второго разряда, можешь обеспечить дочь слесаря шестого разряда? Пап, вот корвалол. Уйди, Юль. Пап! Уйди, иди, борщ приготовь! Ну, папа! Все, зайка, иди, приготовь борщ, пожалуйста, давай.
Ты чё? Руки не распускать! Я ещё ничего не решил. Не решил? Чё ты решал-то вообще? Давай Людку зови. В смысле, Людмилу Петровну. Маму зови. Чё она скажет? Мама твоя ничего не скажет. Я сейчас вредно говорить, у неё челюсть сломана. Чё случилось-то? Чё случилось? Засада! Кругом засада! Нашла 18-летнего себе парня, говорит, люблю его! Чуть не убил ее, нафиг. Что, она с ума сошла, что ли? Не знаю. Она 45 лет, она что с малолеткой-то? Нет, ты как только узнаешь этого человека, ты мне сразу скажи. Я ему лично башку отверну вообще. Это мой, как бы, тебе на свадьбу подарок. Спасибо тебе, зятёк. Чё, свадьбу-то где будете праздновать? Ну, в ресторане думали, если родители помогут. Чьи родители? Ну, ее мои-то не могут, ты же знаешь. Ну, Толя, а? Бабочкой прикидывался, как яблочко созрело, сразу червячком стал. Ах, Толя, Толя, ах. Да что ты ходишь-то уже? Ходит. Что ты мечешься? Сядь, что ты мечешься-то? Грузило еще у меня, рыбалка завтра. Грузило, гайки такие медные потерял. Да какая рыбалка? Кольца-то купили хоть, нет? А что покупать-то? Я сам выточил. Вот где мои гайки. Дочку у меня забрал. Хочешь рыбалку отнять? Я всегда, всегда хотел сына. Вот сына же не предаст никогда. Ты что ж, Колян, у тебя молодец. А у меня вот эти две... Одна, прости, Господи. Вторая вот на старичков. Колян вот у тебя. Молодец, да. Вот. Мужик Колька, растет. Колька, да. Хорош мужик. Даже непонятно в кого прямо. Дядя Андрей, здравствуйте. О, пап, привет. Привет, Колян. Я это узнать зашел. Тетя Люба дома? А что? Че это? Так что? Ну что, так получилось? Мы с тетей Любой... О! 2-0! Что это у вас за семейка такая мерзопакостная, а? Лупите в одни ворота! Дайте отыграться! Коль, ты что творишь-то? Ну, пап, ну так получилось. Ну, мы с тетей Любой по литературе занимаемся. О, ты, Господи! Коля, я вообще перехищу инфаркт. Да, да, ну, она меня по Достоевскому подтягивает. Подтягивала и в койку затащила. Мы это, жениться собрались, я за благословением пришел. И... Сейчас тебя благословит отец родной. Давай, зятёк, оформляй подарок. В смысле? Заворачивай. У нас в семье мужики все слово держат. Давай. Она таблетки от давления еще просила. Тихо, сынок. Я сейчас с тобой поговорю не как отец, а как пылко влюбленный мужчина. Беги, Коля! О, пап, а таблетки... Беги, Коля!